Инфостоматология. Сделаем мир светлее. Здравствуйте, с вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Удалили фрагмент челюсти, как лечат осложнения после химиотерапии. Измененные родинки, что может стать причиной меланомы. Лошадь, как тренажер, зачем нужна ипотерапия. Родились с весом менее килограмма. В перинатальном центре прошел день недоношенного ребенка. Мастер-класс профессора из Москвы прошел в ОКБ. Прямо за операционным столом он делился знаниями по проведению операции по удалению части челюсти. Вмешательство потребовалось после лечения пациента от онкологического заболевания. У пациента повреждена нижняя часть челюсти. Болезнь называется остеонекроз. Ее могут вызвать несколько факторов. Около 10 лет назад основным было употребление наркотиков. Однако сейчас похожий эффект получается от химиотерапии при лечении онкологических заболеваний. Число таких пациентов растет. Это очень серьезная проблема, которую нужно решать на стыке онкологии, через свой хирургии, нейрохирургии, анестезиологии. То есть реабилитация у них непростая, потому что ведь что значит убрать фрагмент челюсти? Это сразу же ряд функциональных нарушений. Это питание, речь, глотание страдает. В определенном смысле и эстетика, а потом еще через полгода это нужно восстанавливать. Через полгода таким пациентам устанавливают фрагменты челюсти из титана. Стоит отметить, что вылечить пациента без операции не удается. Дело в том, что после воздействия препаратов при химиотерапии кость становится прочнее, однако она больше подвержена инфекционным болезням, занести которые через рот проще всего. Мы будем делать ему резекцию, операцию. Это калечащая операция, по сути дела мы удаляем у него значительный сегмент челюсти в силу измененных тканей. Операцию провел Юрий Медведев, профессор и заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Московского государственного медицинского университета имени Евдокимова. Он является куратором соответствующего отделения в Рязанской областной клинической больнице. На счету Юрия Алексеевича около 300 подобных операций. В Рязани она прошла в формате мастер-класса. Я с удовольствием сюда приезжаю. Дело в том, что в Рязани очень хорошие молодые специалисты, они в поиске, и у нас есть совместные работы научные, мы выполняем. Но в основном, конечно, я приезжаю, если требуется проведение реконструктивного восстановительных операций, это операции сложные очень, и не все пациенты могут приехать в Москву. Это травмы, опухоли и реконструкция. Вот это три направления, которые мы реализуем совместно. Стоит отметить, что операции по удалению фрагмента челюсти в Москве уже поставлены на поток. Их проведение занимает около 2 часов. Основная сложность в наложении швов. Их требуется очень много, поэтому операция является крайне кропотливой. В Рязани их тоже делают. Подобные мастер-классы позволяют повышать квалификацию специалистов и браться за более сложные случаи. Более трети россиян ничего не знают о меланоме. Таковы данные опроса в ЦИОМ. В нем приняли участие около 1500 человек. 36% опрошенных впервые услышали о меланоме, а 21% не смогли объяснить, что это за заболевание. Меланома – это злокачественная опухоль кожи, то есть онкологическое заболевание. Оно страшно тем, что развивается очень быстро. Болезнь распространяется по внутренним органам с помощью метастаз. У меланомы много разных проявлений. Заметить первые признаки болезни можно только визуально. Дискомфорта она не доставляет. В бытовом плане это увеличение количества и качества родинок, в кавычках, то есть пигментных образований, любых. Если человек видит, что у него увеличилось количество или увеличилось само пигментное образование, как-то изменил свой цвет, как-то стало более выпуклым и так далее, это первый звоночек для того, чтобы обратиться к специалисту. Подозрение на меланому выявляют в кожно-венерологическом диспансере. Здесь же работает онколог, который консультирует пациентов. Для подтверждения диагноза их направляют в онкодиспансер. Стоит отметить, что чем больше у человека родинок и других пигментных образований, тем выше риск развития меланомы. Ведь тем больше вероятность трансформации гена под воздействием неблагоприятных условий. Все, что падает на кожные покровы, то и будет способствовать развитию злокачественных заболеваний. Ультрафиолет, рентген излучения. Различные применения различных канцерогенных веществ, в том числе содержащих косметических препаратов. Врачи отмечают, что болезнь заметно молодеет, а подвержены ей в большей степени женщины. Одним из главных факторов развития меланомы становится посещение солярия и долгое пребывание на солнце без защитного крема. Также болезнь чаще встречается у светлокожих людей. Со следующего года у нас появится аппаратура, которая будет верифицировать полный покров, кожный покров человека.
и уже с последующей компьютерной обработкой и с динамическим наблюдением в течение определенных периодов времени. Тогда можно говорить о том, появляются у человека, бывает так, что у человека так много пигментных образований, что уследить за ними практически невозможно. Там, часть из них находится на участках тела, которые недоступны для осмотра. Стоит отметить, что вылечить меланому очень сложно, ведь она быстро поражает разные удаленные друг от друга органы. Поэтому на первое место выходит профилактика. Чем раньше обнаружить заболевание, тем ниже вероятность летального исхода. Живая лошадь, как лечебный тренажер, ипотерапия помогает детям избавиться от тяжелых заболеваний, а также стимулирует развитие мелкой моторики, усидчивости, усиливает кровоток в конечностях и многое другое. На занятии побывала Олеся Котровская. Соня улыбается, выполняя упражнения. Она, как и большинство детей, приходит в восторг, видя большую лошадь. Загорается желанием научиться ей управлять. В ипотерапии важен эмоциональный контакт с животными. Процесс терапии основан не только на физическом воздействии, но и на психоэмоциональной связи. Соня обожает танцора. Так зовут коня, на котором она занимается. Вы с ним дружите? Дружим. А что нравится? Как танцор быстро бегает. Главный терапевтический фактор лечебной верховой езды – комплексная активация и мобилизация организма. Прогулка на лошади одновременно развивает способность держать равновесие, ориентироваться в пространстве, координировать движения, помогает научиться справляться со стрессом, концентрировать внимание на словах терапевта, запоминать и планировать последовательность своих действий. Также есть детки с синдромом Дауна, есть детки с задержкой развития всяческие, там парезы. В общем-то, как бы спектр очень большой. И результат тоже как бы заметен на каждом ребенке. Конечно же, у каждого свой. Каких-то детей мы вылечить, конечно же, не сможем, но у деток с ДЦП всегда есть очень видимые улучшения. Вот, ну, улучшается координация движений, двигательная симметрия. А у детей с аутизмом они начинают как бы больше раскрываться. То есть лошадка для них является таким проводником между инструктором и общим миром. Контакт с лошадьми как метод реабилитационных мероприятий используется для помощи ребенку с ограниченными возможностями. Он помогает побороть свои страхи, изучить окружающий мир и улучшить свое состояние здоровья. Стандартное занятие по ипотерапии включает в себя несколько компонентов. Это обязательная разминка. Вот. Чаще всего это движение шагом, выполнение различных гимнастических упражнений на лошади. Обязательным элементом является движение задом наперед, улучшает равновесие, ощущение, да, всего как бы мира. Вот. Также включаем игровые элементы. Это занятия с мячиком, прищепки различных цветов. То есть выбираем нужный цвет прищепочек. Когда прищепки ребеночек цепляет на лошадку, он улучшает свою моторику, да, это тоже очень важно для нас. Но, опять же, все зависит от уровня ребенка. Общение с большим статным животным дарит ребенку хорошее настроение и улыбку. И, конечно, помогает справиться с различными недугами, а это главное в ипотерапии. Рязанская область вошла в топ-3 по количеству людей старше 70 лет, ведущих здоровый образ жизни. Такие данные опубликовал Росстат. Результат Рязанской области более 12%. Стоит отметить, что Росстат выделяет 5 официальных условий здорового образа жизни. Это отсутствие курения, ежедневное употребление овощей и фруктов не менее 400 грамм, физическая активность, в неделю не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки, нормальное потребление соли и отсутствие алкоголя. День недоношенного ребенка отметили в перинатальном центре. На праздник собрались родители и их дети, которые родились с весом менее килограмма. Как сложилась их судьба, узнала наша съемочная группа. В перинатальном центре оживленно, как никогда, в него вернулись родители и их малыши, которые родились недоношенными, то есть появились на свет раньше положенного срока. Семену Шанину уже 1 год и 3 месяца. Он родился в сентябре и только на Новый год смог вернуться домой. Все это время за его жизнь боролись врачи. Родились, да, неожиданно, конечно, для всех. На 25-й неделе срок был очень маленький. Очень много было переживаний, конечно. Вес у нас был ровно 800 грамм. Шансов давали 50 на 50, но мы молились. Пережили все. Муж очень поддержал. Теперь проблемы остались в прошлом. В перинатальный центр вместе с мамой он вернулся, чтобы сказать слова благодарности врачам. Ко дню недоношенного ребенка, который отмечают 17 ноября, здесь организовали детский праздник, чтобы еще раз увидеть, как сильно изменились и окрепли ребята. 1,40 кг, потом скинули 900 грамм. Вот,
перенесли очень-очень много, и операции, трудностей было очень много, но я очень благодарна врачам. Сейчас о бывших проблемах ничего не напоминает. Родители признаются, что все дети активные и подвижные, а их иммунитет значительно окреп. Рома Сарксян мечтает стать футболистом и любит рисовать, как и юная Оля. Малышка у нас третья, с мужем третья девочка. Те все были нормальные. Ну как, не очень большие, конечно, но такие. А это вот 995 грамм. Напомним, что перинатальный центр открылся в марте 2011 года. За это время здесь выходили более 3500 недоношенных детей. Всех тех, кто родился до 37-й недели беременности. Их всех отличает низкая масса тела, около килограмма. Незрелые все органы и системы. И чем меньше срок гестации, тем больше проблем у этого ребенка. То есть и дыхательная проблема. Дети, которые рождаются совсем маленькими, до 27-28 недель, они практически все проходят через реанимацию, через дыхательную поддержку, потому что в силу незрелости дыхательной системы. Это незрелые и желудочно-кишечный тракт, поэтому тоже вот это вот кормление этих детей вот очень такое скрупулезное капельками с нарастанием объемов, это тоже всегда очень сложно. Врачи признаются, что здоровье детей – это плод совместных усилий специалистов, родителей и самих ребят. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире!